вражеский патруль запада. Больше мыла. Больше мыла. Больше мыла, черт возьми. Я слишком много вижу. Больше мыла, еще больше мыла. Приготовиться. Вперед. Больше мыла, больше мыла, больше мыла. Больше мыла, больше мыла! Уберите! Упс. Чисто. Ладно, собаке по барабану. Она может сколько угодно очередей словить, я чувствую. Так, а почему один был в полной химзащите, а другим как бы наплевать? Спасибо за фризы, Нексгену. Нейтральная зона 7-го юниша с 19, южная что-то там. Ждите. Что значит ждите? Я здесь один, ну и псина. Знаешь, он лучше выглядит, чем большинство тех зданий, которые я видел в том городе. Кстати, мы зачем охотимся-то вообще? У нас какое задание? Если не секрет. Ты смотри. Это грёбаная собака, а? Не думал, что опять её увижу. Думаю, это значит, что пора шевелиться. Если эта псина будет мешать мне ходить, я клянусь богом, хоть как-нибудь, но пристрелю ее. Ты что, совсем все забыл, а? Чёрт, это место нагоняет на меня дикую тоску. Ну же! Я это первый раз вижу, приятель. Что значит забыл уже? Я хочу посмотреть на разрушающуюся церковь. Черт, воу-воу. Ну вот это единственное, что они сделали красиво, пожалуй. А все остальное, ну они ради этого графика убили, видимо, все остальное. Это что за дыра-то? Типа выстрел этого самого Одина. Да Один упал. Ну почему? Как вообще? Что происходит? Кстати, я могу только ложиться, я не могу садиться, господа. Потому что кнопки сидеть нету. На альт тоже нету. Что я там нажимать должен? Вроде Q. Так. Я возьму этого. Отлично, мисс. Теперь я за этого говнопса буду дохнуть, да, каждые 3 секунды. Отлично, просто охрененная находка разработчиков. Пускай эту псину пристрелят. Дайте автомат, и я буду мочить нормально уже. А еще эта камера, через которую нифига не видно и сейчас, а на YouTube вообще ничего не будет видно. Благодаря гениальному методу кодирования, который сжирает вообще все качество. По непонятной причине. Не, меня эта игра уже раздражает. В жопу эту собаку, реально. Кто ее сюда запихнул? Кому дать пинок по щам? За такое дело. Это жесть. Так, кажется, можно просто шифтом фигачить.
Без всяких кнопок Q. Ладно, без вопросов. Я просто не понял, как он одновременно управлял собакой и при этом передвигался вперед. У вас собачка на стероидах, господа. Что касается... Вот это вот. Почему я все время в пересядку передвигаюсь? Непонятно. Он сам как-то садится. Нифига на этой гамме врагов разглядеть не могу. Кошмар какой-то полнейший. Там еще один есть. Вроде как. Или это куст в дыму? Нет, это пень, который, как мне показалось, двигался. Упс. Упс. Кто-то сейчас на гранате подорвется. Кто там задержку гранаты такую делал? Интересно. Я вижу врагов только тогда, когда они стреляют. Так я их вообще разглядеть никак не могу. И я, блин, не дальтоник. Еще в этой игре есть режим для тех, кто страдает цветовой слепотой. Какая цветовая слепота? Здесь один цвет, мать твою. Что, буковки у этого придурка, означающие его имя, изменят цвет, чтобы лучше было видно, да? А там по-любому бочки с горючим, да? Ну, конечно. Ну ладно, ломимся в дом. А этот ноутбук по-любому можно забрать. Откуда звон? Насчет отдачи я, конечно, погорячился. Тут, видимо, у одной пушки в игре отдача. У этой нету отдачи вообще никакой. Все, всех убрали. Что-то такое-то. Дробовик? Полная хрень. Не для этого уровня точно. Ни черта не видно. Все засвечено, засвечено, засвечено. Просто полностью. Это Один, что ли? Это Один, что ли? Видимо. Я даже не понял. И где все? Видимо, эту игру решили сделать настолько коридорной, что вообще не нужен вообще никакой радар. Никакие цели не нужны. Просто идешь вперед и стреляешь. Я не могу, у меня нет кнопки сидеть. Ребят, ребят! Эй, подождите! Подождите! Я буду вот так передвигаться. Это интересно, как они здесь проехали. Я только ползать умею. Это будет поинтереснее. Не, я так не могу.
Да кого доперло вообще? Блин, какой F нафиг? Какой F, блин? Сменил, блин. Влево, вправо, вперед. Действия. F. Все. Джекпот, действительно джекпот. Так, так и будем. А. Сейчас собака уничтожит батальон противника вместе с бронетехникой. Смотри, с такой-то камерой. У вас очень некстгеновые технологии в игре, понимаете? Это камера на 0,3 мегапикселя тянет максимум. Как в старые добрые времена. Сименса сняли, видимо. Дурацкая собака, мать вашу. Кто это, блин, запихнул в эту гребаную игру? Кто эту камеру делал? Ага. Гребаный стелс. С этими что делать? Что делать с этими господами? Скорее бы до этого гребаного чекпоинта уже дойти. Не вижу ни черта. Что? Что он мне сказал только что? Точка сбора для собаки. Давай, 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 давай. Да быстрее убивай ты его уже. Как мы здесь оказались? Я при всем... Мы прошли только укрепленные позиции противника. Вместе с этим братишкой. Которым только хлебушек свежий приносить, сладкий хлебушек. При этом я управлял все это время с собакой, следил за, за монитором, отдавал ей приказы. При этом я преодолел укрепленные позиции противника в этом узком коридоре. Как-то с ним. Без единого выстрела. Офигеть просто. Что-то здесь не так. Ничего, собаку преследить надо, она нас выдает.